У них шел, что ли, Артур? Не знаю. Там Миха, что ли, слева, Антон? У Чеха, левый защитник. Миха же написано. Чехов Михи быть не может. Чешские игроки. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Страхуйте сзади. Давайте навешиваем. Потому что, ну, удержать стену, чтобы она к мячу не двигалась, нельзя. Блять. Вот пидорасы, сори. Они в последний момент вас офсайде оставили, да, именно когда я навешал. Давай. Нет, есть возможность подать мяч в штрафную, что и происходит. Пробил, Бали. Митяй. Да-да. Перехват середины поля. Стоп. Неожиданно. Ой. Это зря это было. Перевод. А это даже можно назвать и стыком. Чтоб не привыкали, что они тут. И вот подкат, судейский свисток молчит, мяч нового соперника. Продольными передачами это зовут. Свисток прозвучал, игра остановлена. Каков будет судейский вердикт? Ну, право слово защита от слова щит. Внимательно сыграно. Пас по флангу. И игра продолжится после видения мяча из-за боковой линии. Ну, наши чехи,
Чехи все спокойно, вот они спокойные. Наш. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист, мяч перехвачен. Уходит. Мяч соперника отобран. Теперь надо им правильно распорядиться. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это да. Собрался. Забили? Забили? Да. Да вашу мать или прямо? Да, это. Там и включил. Выходим, выходим. Он сзади выйдет. Пока все очень здорово. Ай, подожди. Так, португалец. Португалец уже пишет. Пишет, хороший день пишет. Спрашивает, типа 15 минут я осталось. Это дайте 15 минут. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. За пределы поля. Че там сзади делает? Да, кто там сзади? Ну, сзади защитником сейчас там. А, Слан, вот, да. А у нас стоит автобус, поэтому он там сзади. Ай-яй-яй-яй. Че, автобус, поставьте ты другой. Обычную. Да. Да, обычную поставьте, все не понятно. Мы же сами контролируем. Обычно стоит не. Я это. Походу поняли, Антон, что ты. Я в прокладке могу. Форма из сборной Дании. Сборная Армении на фраер, на фраер. Аслан везде просто. Пульк.
какой там тут лучше открывается. Правильно, что делал парень. Ничего не заходил по давай, давай. Подожди, там ЦЗшник прибежал. Эй, куда я побежал? Ой, вот идет, ребята, просите быстрее. Стойте, пасы, все. Ну я привез. Так я объясняю просто. Отыграйте назад еще раз. Лично пас не будет. Чувака никто не крыл там. Я выйду. Перезайдешь. И назад продать. Видят партнера и мяганья головой скидывает ему мяч. И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Перехватили. При защите чуть ниже, пожалуйста. Когда они подходят. То, что... 80% владения мячом. Метр на метр. Сильно поднимаешься, если это проходит по самому краю. Статистики тупее. Встречайте, но не стойте просто. Но с такими передачами мы далеко не уедем, господа. Не вставай рядом. Решение нападающего. Отличный прорыв. Ну же, Юрий.
Так, ребята, как закончите, скажете? Или вы уже завершили матч? Нет, 12. Скажите, запустите. Копайте, кто же жанр был. Сам на себя поза играет. Антоха. За Мирославу. Бля, как не попал? Ну, такая была. Так, 20 у нас сейчас есть. Ну, я скажу. Бля, я, честно говоря, ждал, что кто-то откроется. Там просто надо было хуярить и все, но там не было. Я скажу после игры как. Сори, так. У всех будет или так секунду, ребята, я скажу составчик, я посмотрел уже, короче. Ставьте широкий ромб, заебос с Эваком, который лев в атаке на нападающем, на цапе Юти, Аслан на цопе, фланговые Али и Санвел, которая базик. Интернет лучше у заебоса. А кто как-то, наверное, Аслан. Не Аусбург, а Фраербург. СЦ Фраербург. Mm-hmm.
Сан, извините, вышел, потому что жена пришла, дверь открыть надо бы. А то убил бы нахер, на джойстик намотало бы, и все, и висел бы я уже с балкона. А так не пропалил, что я играю, я экран выключил. Эй, дебил, блин. У нас на самом деле без шуток был такой пацан, блядь. У него девка приходит, она, короче, берет просто провод из сети, вырубает и все. От питания, блядь. Тяжелые у них семейные отношения. Ну да. Прикинь, какая жопа, блядь. Не, у меня жена нормально. У меня жена многих друзей знает. Он Мирослав постоянно привет, алло, он там все дела. Я даже когда команду в Грузию собирал, чтобы поехать, блядь, жена со мной поехала. Так. Мирослав. Пари Сен-Жермен забил Барселоне дома. В гостях. Это хорошо. Челси уже 2-0 выигрывает. А кто забил? 1 гол 10 рублей. А я Брагимович забил, кто забил. Не верится, что Ман-Сити с Ромой 0-0 сыграет. Так, ребята, португальцы ждут сейчас, секунду. Что там у вас творится? Даже мы их тоже ждем очень, блядь, раскатать. Сейчас за схема стоит, секунду, я же сказал, какая схема. Все, Бавария повела. Пенальти. Акинфеев увеличил антирекорды. А че просто капитанку отдать, кто сменял клуб? Клуб, все. Поменять форму, все. Капитанку дайте мне. Выиграть 2-1, чего переживаете, блядь? Тироген. Сейчас Слуцкий на поле выйдет. Слан, поменяй форму. Как обычно, в Лапантеровске. Сейчас посмотрю. Ну,
О, Барселона отыгралась. Нет, что-то это не было? Армянская. А? А Месси опять верил, блядь. А значок изменился у тебя. А, ну да. Может, в игре изменится. Ради этого стоит стрим присмотреть. Так, что значит, мне на форварда идти или что? Я не понял. Тебе на ЦАП сказали. Артур сказал на ЦАПа. Слан говорит... Фервелет и Юра. Как с Сланом тебе, Юра, не смеет это делать, я признаю. Понял. Если вы считаете, что заебос лучше на ЦАПе, а... Ну, то есть в этом и расстановке лучше, вы сыграете себе нормально. Я лучше, да, я зайду. Я сенсационно сейчас зайду. Опять забил. Слышь, Ясла, 4 минуты Месси потребовалось, чтобы отыграть счет. Сообщение крайним защем, слишком высоко поднимался ЛЗ, я на ПЗ особо не смотрел. Ниже надо играть. Ну я не знаю, у меня один раз выход с позиции, что я выше поднимался. Ну, я это пару раз увидел, как бы я пытаюсь... Как, ну... Не, я не говорю критика просто. Я смотрю по линии полузащитника ЛП. Я выше ЛП не поднимаюсь, только если мы не разыграем. Одно дело не выше ЛП, другое дело чуть-чуть ниже тоже, чтобы они не имели даже, не знаю, мыслей попытаться пройти. Потеряли мяч в центре. Если попасть тебя под страховку, сделай что хочешь. Но я сомневаюсь, что мы так сыграем. А чё, Артур, там португальцы готовы, не готовы вообще? Они давно ждут. Не приглашать их нет, они давно уже ждут. Ну тогда чё, Давид, вставай на ЦАПа, Лев, как я понял, на форварда и гол. А ЦЗ кто будет, если оба на дубе 1-1. Ой-ой-ой, капец. Ну бас нафиг. 1-1 забил. Наверное, сел его, наверное. Капец, вообще. Накрутил всех и не забил. Тормоз. Ну чё, вы там готовы? Он мне сейчас мозги это... Сейчас ЦАПа ждём. А кто ЦАП? Я... У меня консерв... Мне зайдёт. А ну я Волкер, с пути. Все, мы готовы. Мяч ваут выбить и потом выходить. Кто у нас ЦАП? Заебос будет, да? Угу. Стандарт, и он, наверное, исполнит. Стандарт им. У меня и побольше. Ну что, я пишу им, они приглашают вот или нет? Да, да. Не, у меня сотка, я не знаю, мне похуй. Нихуя. У меня два мегабита. Это я серьезно. Я на спидтесте. Что соточку только в Москве.
Я на спид-тесте проверял, там и отправка, и прием сотка. Ну да, можно. Там один волкер. Только не жалуйтесь, что я пасы не даю. Хорошо, так и решил. Я тоже. Пока что приглашения нет, да? А, они спрашивают. Название команды я написал слив на ФВП. Прости, просто не помню. Я же на телек подключил. Ван, пацаны, ваше здоровье, бля. Чего это не надо? Все, пригласили, приняли. После матча я буду пить за ваши галы. Давайте, удачи, ребят. Реализация. Россия священная. Португальская держава. Я уже включал как-то. Я тебе потом кину, выручишь. Если Мануш, а я стану. Первый матч был неудачным. О, португальцы нам попались. Один там навес. Один же был, ты здесь. Я сделал прострел, блядь, два раза получилось. Не успевал, все, сори. Все, все, давайте, давайте. Не провозите так, пожалуйста. Хорош. Ударчик, вот он, все, вот как. Блядь, пиздец. Игра мигает. Это они выходит. Сказали сконнект, они у них это выдержит. Ой, чё? 6 минут уже. Эй, 6 минут уже, нихера себе, ТП. Слышь, алё, ТПшечку. ТПшка, 6 минут уже матча. 7 даже. Чё, 3-0 есть. Первая победа есть, да? Не знаю, а чё за херня? Нет, 3-0, ТП по этому, по регламенту. 7-0, 7 минут. Секунда. Они будут забивать. Когда выходишь вот так вот по диагонали, всегда бей в ближнюю, потому что вратарь всегда держит дальнюю. Ребят, вы в игре или вы это уже? Они вышли. Они вышли. На 7-й минуте. ТП-шка, короче. Не, да, не да. Такие вещи. А что, по регламенту все правильно? Сейчас я у админа. Ну не знаю, мы так никогда не делали там ТП. Ну, ты что закидал его, слышишь? Да, уже ТП-шка. Ну да. Это регламент. Не, главное, знаешь, если против нас такая фигня была, мы бы сейчас да. Это... А вот когда с нами такая ерунда случается... Ну ты же за сборную Армении. Должен быть перекатушь. Должен быть. Я шашлыком уже стою на воротах. Это мангал за воротами стоит. Чё? ТП, ТП, бля, ТП. ТП, бля. ТП, я сейчас тоже напишу, что ТП, бля. Да, потом второй матч можно разъебухи. Нет, второй матч просто разъебухи можно сыграть. Не, ну ребят, как бы... Давайте проголосуем. Кто за ТП? Правила. Правила есть правила. Правила есть правила. Так написано, что ли? Фейерплей, как бы, все дела. Да. А, подождите, админ говорит, до 10 минуты можно выходить.
О, как это было? Всегда было до пятой? Угу, понятно. А, сейчас глянет 1 секунду, он сейчас почти. Мимо дети. Сейчас посмотрим. Пиши португальцам, 15 минут перерыв сейчас. Все, шашлык пожарить. Первую же игру сыграли, да, шашлык дай пожрать, блядь. А, можно выходить. Конечно, в РПК тоже до 10. Не, до 5 всегда было. Ну, да, там изменили сейчас. Для португальца специально изменили, да? Все под Европу. Санкции, все в санкции в Европе. Походу дело регламент меняют. Ну, для СССР меняют. Для СССР меняют все. Потом, когда мы будем вылетать... Скажут на пятой, но... Скажут, типа, 11-я минута, вам такая, вам приятно будет. Будете говорить, типа, пидоры там... Не, а почему? Ну, говорите ли, мы играли с ботами еще. Мы с ботами играли против... А матч думаете? Мяч отобран в середине поля. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам? Мы просто с ботами же играли, когда против Раши, и ничего, по пол команды вылетело. И не плакали. Ну это мы богатые. Это была 30-я минута. Там мы выиграли, поэтому не плакали. Про игра не знаю, что было. Мы вообще 0-0 у нас было на первом тайме. Лучшие должны быть ребята в этом плане. Самые лучшие. Должны. Лагает с ними. Вы пропустили? Вот почему лагает сейчас игра? Еще как пропустили? Да, что теперь? Сразу на выход. Ну беги ты на мяч, не жди его. Капец, лаги, отвечаю, вообще хоп-хоп пробежала. Нахера вот это менять было, блядь? Ребят, можете выйти, я напишу ему с 1-0. Давай, уже сейчас бы 2 было. Это не закон. Ходить можем с 1-0. Скажите, выходить или нет? Мы, блин, ждем. Да уже вышли мы, вышли. Я сказал ему, все. Уроды, блядь. Так вы вышли? Они нас не понимают, да, по-английски, по-русски? А он сказал, уроды. Окей, выходите, но сказал 1-0. Нихера, никакие 1-0, с лагами. ТП-шка, ты думал? Они забили чисто из-за лаг, да? У меня игрок вообще не двигался. У меня тоже. Я потом увидел гол в конце. Реализовывать свои моменты, чтобы потом, блин, не было проблем. Поиграем, не забиваем выходы и потом. Русские вынесли казахов. Ну, и админы, они не согласны с нами, поэтому 1-80 минут играть. Вижу я на сайте бегку. Ну
10 минут, походу, просто стоим. Забиваете свои ворота или даете им забивать. Да можно просто обычный матч сыграть, потом один гол прибавить и не все че. Вы готовы? Ну, в состав стоит. Здорово. Здорово. А чё, дайте мне пас, я в свои ворота вкибу, блядь. Там поставить. Да, играем 1-0, чё. Да, сколько не было. Я хоть на воротах, я, блядь, видел ситуацию просто. Игроки стоят, да, блядь? Я-то вижу, а чё? Хули я сделал? Не ты им напиши, ты говно, и я говно, ты недавно, я давно, вот и все, блядь, чё ты? Так и по-русски не они сказали, нет проблем, вы поменяли Пеппа. Я сказал им приглашать. Вы не стои, вы не это, расслабьтесь. 1-0, 1-0, играйте, как играете. Забудьте про это. Короче, первый матч мы слили, да, вот так? Нет, не стрели. У нас есть целый матч, чтобы забить голы и спасти ситуацию. Что, получается нам сейчас забить и сразу играть или как? Ну, сейчас, секунду. Да, да, давайте мне. Нет, давайте им сейчас. У нас отличная работа. Мы комментируем матчи, наслаждаемся игрой. Ну так что, им отдавай? Сидим, видим все время. Давай им, я с ворот уйду, пускай они забудут. У нас классная работа. Ничего. Я ушел с ворот. И пожалуйста, можно бить, это уже в матче, да? Все, мы дали забить, короче. Сейчас уже не надо, давай, ребят. Ну, Россию казахов, я думаю, еще выиграем. 4-0. Ну там, 4-0-5-1, по-моему, надо. А, да, 4-0-5-1. Ну, мы это все почему в матче. Или мы играем, скажем так, до 5. Давайте это, сосредоточимся на этой игре, ребят. Речь, как выйти. Секунду, они вышли сейчас? Нет, мы играем. Они говорят 80 минут играем, типа после 10-й. Ну они сами только что нам гол могли забить, блядь, на 4-й минуте этой игры. Давайте обыграем. Ворочек. Вышел. Нет, там дальше не бежит. Да, я понимаю, что куда попало, но. Я просто пробежит не замечаю все. И вот потеря в центре поля. Получился рикошет, а естественно, ты? Вполне что мяч в ауте. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Молодец, хорошо. Давай, порвем их, чего, блядь. А тут там, походу, трансляция опаздывает. Жестко. Соперник теряет мяч в середине. Вратарь. И молодец, вратарь, можно даже сказать, что в этой позиции он защитником выступил. Вратарь с головой чувствует игру и выходит настолько уверенно. Тяжело, тяжело эти пасы, честно. Есть немножко. У меня, честно говоря, немного начало лагать вот сейчас. Хороший пас. Есть у меня ощущение, что может быть гол.
Давай, 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 давай. Ух, от тебя. И если бы мяч этот дошел, то оборона тяжело оказалась бы вскрытой. А так... Я в касание бил, но... Много вариантов при ауте. Так, давай. На скидочку. Вешаем. Есть возможность подать мяч в штрафную, что и происходит. Ну, во вратарскую. Пацаны, блядь. Подставь. Стой. Не, он там в центре, он мог бить, если не дал. Едем дальше. Опасный момент. Хорош. Вот сейчас опять опасно было. Мы не отбираем мяч, даем им пространство. На фланг налево. И рыжий подальше. Да, внутри, или хава. А. Да. Центр хорошо проходит, вообще очень. Да. Иди вперед, пацаны. Цопай, цопай, откройте. Тут против них надо схему менять, пацаны. Вот прям второй тайм менять схему. Не та схема против них, она вот не идет у вас. У вас центр просто пролетает. Это широкий ром, у вас один соп, и они проходят по диагонали просто вообще. Как раз наблюдает. Вот как раз тот самый вариант, когда называется не испортить. Да, атака идет, и пусть она себе развивается. Мало ли что было нарушение. Хороший судья, надо запомнить. Хорошее взаимодействие, показывают футболисты. И арбитр назначает угловой. Нормально. Вполне заслуженная желтая карточка. Мне кажется, что надо во втором тайме с тремя опорниками сыграть. Трех на пол. Задают. Нет, захинтитесь перед штрафной. Какой широкий ром? Вы теряете мяч, тупо пытаясь самим забить. Сзади, возьмется же. Слон 2-1 выигрывает. Опасно. Опасно, пиздец. 40 минут там, отбиваем. Глубому. Назад, Мирослав. Мы без мяча играем абсолютно. Вообще не дорожим. Выбросьтесь. Один выбрасывается по своей зоне. Остальные его страхуют. Продолжаем атаку этим пасом. Вот шанс забить. Вы знаете, чтобы решиться номер его забирать, нужно было быть смелым человеком. Аккуратнее, аккуратнее. Вася, сука, опасно бил, блин. Да, хорош. Летишь. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Прессуем, прессинга нет у нас вообще. Да, вы бегаете, позиции держите, игроков просто прессуйте и все. У нас отборов мало просто. Подожди. Бегайте по позициям, атакуйте их и все. Видишь, серенький такой, черненький.
Вы можете сейчас во втором тайме смело идти ва-банк. Вам какая разница, что вы проиграете 1-0, что 2-0? Конечно, если я говорю, меняйте схему, ставьте в трех напов, в трех этих опорников и херасьте в атаку. Разница мячей тут нам большую роль не сыграет. Нам у вас опорка проходит, а не там. И в атаке нет игры. Пытайтесь забить больше, чем они нам забьют. Меняйте вот схему, пацаны, я мой вам совет. У кого капитан? Ставьте тогда, что, 4-3-3 или что там вы говорите? 4-2-4. Если вы этот матч в ничью сведете, это будет вообще хрень. Даже 4-2-4, поверь мне, сработает. 3-4-3 ромб сработает. Мы просто один тайм сейчас из своей штрафной не выходили. Да, просто оборонялись. Так что давайте, давите сейчас во втором тайме, надо попытаться хотя бы сравнять. Если вы сравняете счет, это будет офигенный задел на следующий матч. Скажите, кто где играет, и все. Во. Пишу сразу. Не по линии бегайте. О, сразу ошибка. Вот уже широта атаки появилась. Ой, хорош. Чуть послабее. Хорош, хорош, нормально. Одна прошла, другая пройдет. Еще. Очень неплохо сыграно. Во, прессинг. Еще. Давай, агрессию. Давай, хорош. Да, блядь, давай, ну... давай, пошел, дави его, дави. Не дай ему развернуться. Ну, молодцы. Заведите нахуй. Кто шашлык не дам нихуя. Смотри, по правой идет. Вот он. Я сказал, идет по правой. Маленькая пауза перед подачей углового удара. Че, губошлёп, португальский, блядь. ЛЗ ниже, вообще, на линии с центральными. Центр подаст. Давайте, пошли. Подав, встречай его. В него выходи. Не дайте. Все, хорош, давай по плану. Дальше. Здорово. Беги. Здорово, давай, блин. Писайте прям там уже. Все, они уже, а теперь они отбиваются. Хорош. Да, ебаный в рот. Жобаный крот. Сука. У себя игру тоже берите. Да мяч не доходит до атаки вообще. Наш. Надо пытаться. Дойдет сейчас, не парься. Дойдет. Есть дальняя? Есть дальняя. Дальняя есть? Открывай. Этот перехват награда. Сразу в касание бы. Давай, братан, давай. Да, блядь, ну. Выбью. Нормально все. Держи его, встречай. По центру даст, блядь. Хорош. Теряем. Точнее, передачи, ножки давайте. Вот. Нас затормозили атаку. Да блин, у меня вариантов не было. Контролируйте мячик. Блядь. Немножко контролируйте, да, не надо. Чё, блядь? Бибики тоже не надо. Отняли, подержите. Не ебите.
Он не пройдет, он никогда, блин, не пройдет. Что защитник назад бежит? Пас играйте еще. Они вот нас катают, а мы уже убиваем. Да, в пас не играет. Ну, обдуманный пас, ну. Давай. Руш, еще. На мяч, не иди на мяч, не стой. Бля, меня тянуть должна как минимум. Все, они специально выбили 2 минуты. 80. Хотя там бы судья бы даже добавил бы 5 минут. Сейчас они выйдут, скорее всего. Да, хотя 5 минут еще судья должен добавлять. Хорош. Все, выходит. Ну понятно. 5 минут, не до... с которых судья добавил, они не играют. Какая разница, косяк-то наш, что сразу не вышли. Все, нам теперь просто надо побеждать и все. Нас ничья уже не устраивает. Надо судья, что они вышли тебе, блядь? Ты напиши, а где 5 минут добавлены, судье? Все, забей, сейчас заходим, и надо забивать. Если мы сейчас, сейчас не выиграем... Сейчас надо выигрывать, блядь, ну... играть, пацаны, с такой игрой мы не выиграем никогда. Не-не-не, пацаны, не имеют... С таким настроем точно без вариантов. Ну, все предельно просто, но елки-палки, получает игрок мяч. Играть пас и все. Получает игрок мяч в обороне где-то. Получилось. Она сейчас любой мяч, даже шальной, устроит. Нам надо просто их задавить и забить. Вот и все. Нам не надо сейчас. Олег, расставь, пожалуйста, всех. Мне уже это надоело. Пусть расставляются. Кому кэп взять? Сейчас вот начали прессинговать, они ничего не могли делать. Кому капитан дать? Заебался, да. Один момент был, когда головой... Ничего бы, если бы вытащили, было охеренно бы. Можно было бы просто тупо не проиграть. Теперь придется играть на победу. Не надо красную, может не, не он под Е. Ну хуй знает, ладно, вам решать. Кто куда идет? Сейчас я игрока чуть-чуть изменю. Схема, а что, нас ничья что ли не устроит? Нет. У них сейчас 7 очков, у нас 6. И у нас 7 будет, и что, и мы проходим. Ну, у нас 8. 8. Сейчас у них 7, у нас 6. У них будет 8, у нас 7. А, ну да, точно. Если вы 4-2-3-1 поворотом ни разу не били во время тренинга, зачем ставить 4-2-3-1? Или вы били поворотом на матч? Это схема хорошая. Самое главное, чтобы вот опорники вовремя встречали, и чтобы мы могли выйти из обороны простым пасом, либо... Простым пасом в ноги, я видел там забросы никчемные вообще. Еще либо, знаешь, либо если даже заброс, но все-таки он точный. Он не идет точно. Олег на ВРТ пишет. Могли написать им, что мы приглашаем? Я сейчас напишу им гол. Стой, там... Аслан пишет Олегу на ворота. И полминуты потратил. Ангош! Филионы! Массия же! Что присеряешься? Шикоско... Есеряешься-то?
А, кстати, нет. Рано заходить. Португальцы готовы. Так, а Дима тут? Подождите, нас не все, по-моему, здесь. Подождите, там... Опять завис? Там Аслан писал, чтобы Тироген встал на ворота. Вы еще там не поменялись? Нет. В первом тайме они через порту вообще заходили к седам. Ну что, там долго еще? Так вы уже встали на позиции нормально? Нет, нужно, чтобы на ворота встал Тироген. Ну, Аслан так написал. Чего вы делаете? Но он на позиции стоит. Что? Тут Дима. Да. Видится, выйдет, скажет, как его ставил. Пусть он играет, главное спросить у него, он здесь или нет, а тут вообще как будто он свалил. Да, конечно. Вот сейчас вы запустите, а его нет. Алло. Че там, вы сыграли первый матч? Я играю. Ну и как? Как я даже не знаю, делайте это сами. Ну что, мне заходить или не надо? Скажите. Чего они у нас столько много времени забрали, блядь? Здесь. Бля, кому этот микрофон фонит, пацаны, жестко, бля. Нет, он не теряет. Я на ноут. Ну чё, Антон, ребят? Антон, а ты чё не стоишь? Я не пойму, мы долго будем тут сидеть? Ну его нет, походу, да? Ну, ему говорим, но он не слышит, не отвечает. Бля, чё за глюк у меня? Чё это у вас за форма такая, бля? Какая-то у меня вообще другая форма показывается. Кто там в клубе, примите. Посижу хоть на банке, бля, хули делать. Кого-то видишь, запустил шип-шип. Я помню, такой звук там был. Дима, ты тут? Это вратарь, что ли? Да, да, да. Я тут, конечно, вы что, я хотел съебусь, я съебусь. Тебе там Аслан написал, чтоб на воротах Тироген стал. А, базар нет, все. Вообще, а чё, пацаны? Он там написал, прочитай. Все. Я видел, спасибо. Что это, я нормально сыграл. Пацаны, кто-нибудь, примите сборную, я хоть посижу там. Вы на позиции. А, вы все уже второй матч начинаете, да? Да, да, да. А, удачи вам. Спасибо. Вы на позициях, ребята. Да. Я все пишу, приглашаем. Давить на шашлык, короче. Все, давайте, пацаны, удачи вам. Спасибо. Всем заранее спокойной ночи. Давайте, да. Нужна победа сейчас. Без вариантов на ничего играть. ЦСКА тоже удачи там. Спасибо. Зовите их тогда, по-моему, Ифова по Бабука.
давайте сейчас соберемся и поувереннее с мячом, без страха какого-то выноса этих переводов. Если мяч у нас, не разводите сразу. Посмотрим, задержки есть, нет. Все, начали. Первый матч был неудачным. Если проиграют сегодня, команда начнет рваться. Сразу вперед, наверное. Это вылагает, говорите сразу. Матч начинается. Сейчас напишите, что давайте выйдем. Ну и вот результат борьбы. Мяч отобран у игрока и катится по газону. Так, давай лучше по линии, вот в атаку. А не нашу зону, а в атаку. Во. Так, давай. Хорош. 1-0. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовало. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Ага. Да ну нахуй. А, сейчас. 5. Это фол был 100%. Я даже до мяча не успел. У них Мхитарян есть. Угу. Они пошли. Только что стартовый свисток, а вот уже еще один. Нарушение правил. Надо в первую сторону давить, во вторую. У них лучшая сторона для них. Ну да, им сейчас можно игру засушить, и все, их ничья устраивает. Тайм, когда мы уже набегаемся, они могут просто... Вот, внимательно. Иначе попробуйте таким расчетом. Я еще не пошел, я поставил. Как-то обработка хуевая. Ага, как у дерева. Так. Не спешите с выносами, дайте да, чуть-чуть. Да, повнимательнее. Нет, нас... Берегите мяч как минимум, вот, бережно. Центр смотрите, но есть. Вынос. Не пугай. Больше. Он тебя под бедро забыл. Тебя врезался, он не вкинул.
Ай-яй-яй-яй! Хорош. Блин, ребят, внимательно, ну пожалуйста. С огнем играем. Да, нам пропускать вообще нельзя. Соперник теряет мяч в середине. Лосарио. Ой. Можешь выигрывать. Отлично. Нормально. Опять туда. Да. Двойным навесом с ЛБ лучше вешать теперь. Помягче это пойдет и подальше от вратаря. Вот это опасно. По мячу попало, поворот. Ой. Бля, не каждую атаку до удара доводят. Ну, а нам надо забить. Пусть они доводят, а нам надо забить. Ну, главное не снеси его, попытайся ему помешать. Ну, не снеси. Хорош, помешал и хорошо. Закрывай его. Учился рикошет, и, естественно, вполне что мяч будет. Далеко, смотрите сейчас. Семерка. Да, штрафную внимательно. Я бы порекомендовал защитникам быть повнимательнее, даром что ау. Потому что отсюда-то можно... Готовьтесь, скорее всего, закидывайте, скидывать дальше. Да все, блядь. Нормально все, пока еще играем. По центру выношу сильно. Ай, простреливать. Нормально, атаки есть тоже, хорошо. Идем. Забить бы, если, то они начнут нервничать, будет легче. Забить бы надо. Девятка. Чистейшая. Ну мы в опорке опять сыпемся. Просто давайте, чист... ничего страшного, играем дальше. Ну, страшно, не страшно, как попал-то там, так чисто. Ну, хорошо, пожалуй. Ну, держали. Давайте, собрались, поживее, играем. Сейчас зайдем. Давай, теперь надо два. Так что, может, опять схему на атакующую, да? Уже и Крайка можно идти, уже нам похер с каким счетом проигрывать. Если мы не забьем, толку уже не будет. Ну, ребят, ну почему он идет и никто не встречает? Ну, блин, почему все пятятся? Ну, я не понимаю, вот честно. Он на дикой скорости бежит, блядь, ну. Оставь, оставь. Я уж вперед пойду, слышишь? ЦЗшники не надо, лучше крайний пусть вот идут вперед. Они хотели побегать впереди, вот могут поддерживать теперь атаку. Ну, будут фланги проваливаться, у нас выбора другого нет. Ва-банк надо идти сейчас. Конечно. Хорош, не, я контролировал, хорош. Если бы он прострелить получилось там, я уже не вытащил никак. Ставь его, лысенький. Это не твое дело, что с ним говорит. Хорош. Да? Накрыть. Это выше всего на свете. Так, лево-право открывайтесь, кто-нибудь попробуй быстро вынести. Давай вперед, пойди на меня, вынеси, я скину. Да я уже, блин, вы. Тут камеру пока эту выкрутишь в обратку. Давайте в первом тайме желательно забить. Штрафной. А, все, выйди. Штрафной хороший, я уже думал не даст. Может, попробуйте красиво раз... Ну или пробей, смотрите, если вы... В офсайд только не забегайте. Ну вот один назад и все, остальные на подборы там вперед. Хорош, давайте угол, теперь надо решать. Оставим. Может на дальнюю я скину, да, в центр. Вот сюда смотрите. Один стоит совершенно. И скидываю. Ух ты. Еще навес. Ай, сука, что за прием. Да, если не отскочил. Давайте, давайте, давайте. Давим. Вот так надо и давить теперь уже.
Бля. Пойдет, ладно. Блин, два мяча во втором тайме надо. Да. Один не устраивает? Нет. Ничья нас не устраивает. Только победа. У них на одно очко больше. Они за прошлый матч 3 получили, мы 0. Соответственно, у них сейчас 7, у нас 6. Будет тогда у них 8, у нас 7. У нас это ничего не дает. Нам нужна только победа. Да два мяча таких глупых, что в прошлый раз мяч глупый, блин, из-за лагов. Что в этот раз? Надо ж так попасть сюда. Ну чёрт. Это да, на шоу попал как-то. Просто в 9. Крайний сейчас прям можете играть на линии полузащитников, но иногда возвращайтесь назад. Пусть СЗшники пытаются сами вытащить. Тут уже 0-1, 0-2 уже. Роль уже не играет, с каким счетом продувать, надо попробовать забить хотя бы один, чтобы додавить потом попробовать. Да, блядь, я не успевал просто. Антох, есть дальний? Сейчас, да. Серый такой. Страхуйте. Видишь, вот на скидочку, видишь? Да, ничего страшного. Ах, на голубого вот на синий. Ну давай скидывай. Он тоже защит. Хорош. Хорош мяч. Похер, держите второго, по центру, который набегает. Хорош. Молодец. Нам терять нечего, давайте. Еще. Вспомните матч Германия-Швеция, счет был 4-0, шведам тоже терять будет ничего. 4-4. Сразу. Хорош. Эх, поспешил, ну ладно. Разберите сразу, нужно. Кому он может это выкинуть. Разбирайте сразу. Значит, хорош. Отлично. Наш? А, наш. Нормально. Играйте нацеленно на атаку, да? Всех вариантов самое такое. Спешим немножко. Надо потише с пасами, особенно на ход. Не успевают люди открываться на этот миг просто. Хорош! Может, кто-то подвижет пас ему и на вес. На ближнюю кто-то один встаньте, просто для того, чтобы отвлечься от него задачи. Пас и на вес. Как туристы разыграть. Хорош. Добить! Блин, атаки пошли хорошо. Надо дожимать. Опять спешим с пасами. Да ебаный рот, ну блядь, там тесно просто, пиздец. Давай. Мяч нам забирать. Выше, он прям очень супер. СЗшники со своими бегите, крайние там уже успеют, хорошо, не успеют, херс. Хорош. Шли. Подбор. Да ладно тебе. Давайте, шанс еще будет. Вот. Ну. Бить не надо было, обостряюще. Не, ну если бы он попал, как португалец, то в принципе. Девятинку положил бы. Подбор. Хорош. Подбор. Наш мяч. Вот, может лучше разыграйте, кипер вроде неплохой, да. Тащит. Кто хорошо вешал? Давид. Сам. Буквально щелкнуть там надо просто по навесику. На дальнюю. Они на забегание навесик надо давить.
Да, я забегу, давай. Да. Удар не получился. Хороший, нормально. Хорошо на весь. Блин, время так тает быстро. Выноси нахер. Хорош. Так, сильно вперед сразу. Времени нет выбирать отсюда. Мне не очень нравится, что владение мячом одинаково. Я думаю, тогда его просто не стоит выводить на экран. Это факт. У нас все по-честному. 50 на 50. Да, очень интересно. Пожалуй, что это не атака, а осада, но от этого не менее опасно. Отлично, еще раз. Хорош. Он не прячется. Хорош! Спешил. Бля. Вот. Хорош, хорош. 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 Браво. Решай. Хорош. Давайте. Вперед сейчас, крайний, прям подключаемся. Давайте. Мы сейчас этот мяч можем, они, по идее, должны начать не раньше. Один мяч сейчас может там все перечеркнуть. Так же. Прям так же, да, играйте вперед смелее. Ну, блин, пропустим, ну не заслужили, значит. Забьем, ну, значит, свезло. Хорош. Надо уже. Блять, ну это на фиолетовую. Да похер, все, сейчас пытаемся отобрать мяч. Вот. Хорош, вот. Давай, подборно. Еще один подбор, отлично. Надо было ему дать забежать, он не успевал. Сил уже нет, он не оторвался. Я вроде смотрел. Так, ЦЗ. Тоже сейчас начинаем подключаться. Да, похеру уже, пусть будет выход там 4 в 1, блин. Посрать уже. Надо сейчас в атаку. Может, положить, как на навесы использовать. Надо уже просто высоко сейчас играть очень. Пытаться затолкать всеми правдами и неправдами этот мяч. Смотрелось все очень интересно. Смотрелось все очень опасно. А вот хорош. Все равно отжимайте, ребят. Помогайте нападение, блин, отжимать мяч. Хорош. Вниз. Он вообще замечательно. Давай. Решайте, что. Еще. Нормально, пока мяч в игре. Подбор. Вдвоем, втроем выходите, дайте шанс. Ты, сука, не играй, Много человек говорят в одно время. Да там видно, все вперед стоит. Вообще. Сейчас вот. Мяч будет у нас, все вперед. Постоянно последний так. Блин, уже нет, все вперед. Наш. Сейчас отдай наоборот, сейчас отдай кому-нибудь и вперед сам иди. Да нет, просто крузит пусть вперед, у него лучше навес, чем у меня, я хер навешиваю. Да не воротарь, он на белого. Защитнику. Ай. Ну, давай, выиграть. Еще. Выиграть. Хорош. Помогите. Забрать. Атаку все. Пас ножки. Да ну сам же. Ну там, наверное, ты сомнился. А просто пере. Ого. Пока нет. Держись. Да ну вот тут у нас все вперед, все вперед. Последний дает. Парни, забить. А что толку? Сейчас свисток уже будет. Блять, не судьба. Ну, ЦЗ. Я про то, что там в атаке помешал один, помешал другому. Я об этом. Это да. Там не в этом дело. Там дело в том, что первый вот этот галешник нам все испортил. Сейчас бы счет 1-1 нас вполне бы устроил. Вот этот ебаный блок. Когда лаги, надо просто привыкнуть, что надо сразу выходить. Вот и все. А никто не знал, понимаешь, у кого лаги, те сидели и писали куда-то. Кто-то говорил, но говорил, что уже сидел в скайпе, что он сказал. Я не знаю. У меня, например, не лагало. У меня было все хорошо. Я не знаю, что. Скажем так, сыграли лучше, чем на Евро в 2014 году. Португальцы смотрели.